Слово сейчас практически сохранить невозможно. Так же, как и в 18 веке, когда говорили на французском языке в салонах и везде по России. Вот. Как и в 19 веке, когда хлынули всевозможные англицизмы из других языков в Россию, так и в 20 веке, когда везде были аббревиатуры. Вот. Слово сохранить невозможно. Вот, кстати говоря, как можно было сохранить слово во время татаро-монгольского ига? Ведь очень много русских слов, которые мы сейчас воспринимаем как русские слова, на самом деле это татарские слова. Вот, допустим, слово «лошадь» русское, да? А ведь по-татарски это было «алаша-ат». Вот. И очень русский язык, он впитывал, все впитывал, что можно было и что не нужно было. Он все впитывал. Переваривал, переделывал на свой манер. И что не нужно, отбрасывал. И в конце концов он все равно сохранялся. А может быть, благодаря этому и сохранялся. Вот. Он не такой консервативный язык, как, допустим, язык английский. Он не такой недоступный язык, как, допустим, китайский или японский. Он открытый язык, и он все впитывает. Когда я учился в институте, преподаватель по современному русскому языку сказал так, что как только появилось у иностранного слова окончание, русское окончание, это слово становится русским. Русский язык его присваивает себе. Другое дело, что вот искажение русского языка, которое сплошь и рядом наблюдается в интернете, безграмотность, которая тоже сплошь и рядом наблюдается в интернете, да и не только в интернете, вот это язык подрубает под корень. Вот это нужно, от этого нужно уходить, от этого нужно избавляться. Но не законодательным путем, а наоборот. Нужно воспитывать в людях чувство слова, причастность к слову и любовь к языку своему.